Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале ⁇ Свет миру ⁇ Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем обильных Божьих благословений. Расскажите, пожалуйста, какая обстановка в связи с коронавирусом? Какие настроения в вашей церкви, в вашем окружении? И как это повлияло на ваше служение? Начну говорить с того, что происходит в обществе. Никакой эпидемии нет. Конечно, пандемия объявлена, но удручает то, что люди прикованы к тому, что говорится в социальных сетях, СМИ и прислушиваются ко всем запугивающим факторам. Но на самом деле, меры против распространения заболевания, предпринимаемые правительством, достойны уважения. Но, к сожалению, люди воспринимают их как повод для тревоги и страха. Страх ⁇ это не то, что нужно. Я нашел, что даже в нехристианских статьях говорится, чтобы укрепить свой иммунитет, нельзя допускать страх, так как страх ослабляет всю иммунную систему. Конечно же, они упоминают важность витамина С и прочих, но страх притягивает болезни. Но авторы этих статей не знают, что это духовный закон. Это то, о чем говорится в Писании. И Дух Святой нам постоянно об этом говорит. И я прочитал из Божье Божьего своей команде служителей. У меня все здесь под рукой, потому что я только недавно читал им. Это книга притчи 15.15. Я прочитаю в переводе New Living Translation. Один очень уважаемый мной человек сказал, что это его любимый перевод Библии. И этого человека зовут Рик Реннер. Если вы думаете, что я фанат Рика Реннера, вы абсолютно правы. И пусть у вас в этом отношении не останется никаких сомнений. Послушайте, что здесь говорится. Все дни несчастного печальны. А у кого сердце весело, у того всегда пир. В нашей команде сейчас царит радость, даже больше, чем раньше. Каждое утро мы созваниваемся через Zoom. Мы уважаем решение нашего правительства, наши офисы открыты, но мы сказали нашим сотрудникам, если вы можете продуктивно работать из дома, оставайтесь дома. Но если вам нужно поработать в коллективе, приходите в офис. Так что каждое утро мы собираемся на конференц-звонок и молимся. Вы не представляете, какая радость переполняет нас, когда мы созваниваемся. Я не переставая напоминаю всем, что в Божьем Слове мы читаем о том, как Бог вывел израильтян из Египта. А Египет — это прообраз всего мирского. Я сказал нашей команде, послушайте, Израильтянам пришлось помазать косяки своих дверей кровью ангца. Я прошу вас, провозглашайте Божье Слово над своими семьями, над домами. Помажьте кровью Иисуса, своих детей, внуков и всех родных. Не бездействуйте. Я читаю в Писании удивительные слова. В Псалме 118, 89 сказано, «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Здесь не написано, что Божье Слово утверждено навеки на небесах и на земле. Я помню, как однажды, читая этот стих, обратил на это внимание и спросил, «Дух Святой, почему здесь не говорится о земле?» И он ответил мне в моем сердце, потому что оно должно утверждаться на земле моим народом. Потом я прочитал 2 Коринфянам 13, где Павел процитировал из Второзакония или из одной книг Торы, написав, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Бог утверждает в Исаии 55.11. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным. Я прочитал эти слова и подумал, вот это да, оно ведь возвращается, когда мы его провозглашаем. Когда мы провозглашаем его слово здесь, на земле, то утверждаем его на земле. В 4 главе Евангелия от Марка я прочитал этим утром, что Иисус весь день учил людей о Божьем Слове, а потом Он велел ученикам переправиться на другую сторону. Он не сказал им, «Проплывите полпути и утоните». Они разбудили его, взывая, «Тонем, тонем». Все пять органов чувств этих опытных рыбаков говорили, «Нам конец». Иисус встал, но Он не стал просить Богу усмирить стихию. Он приказал ветру утихнуть и велел волнам успокоиться. И тут же стало спокойно. Я надеюсь, что не займу много времени, но я хочу рассказать, как побывал на одном собрании. Это было сразу после выхода книги «Непоколебимый дух». Дело было на Гавайях. Собрались старшие пасторы со всего штата. Конференция проходила в пятницу вечером. В зале собралось около тысячи людей. Для Гавайев это много. Помню, как после собрания я вышел из здания, вы ведь знаете, как выглядят жители Мауи. Да. Это огромные люди. Да, они очень большие люди. Вдруг на моем пути встали муж с женой. Они стояли уперев руки в бока, как бы говоря, ты не пройдешь мимо нас. Я очень осторожно поздоровался с ними. Женщина сказала, моего мужа просто не узнать. Он теперь молится по-другому. Его жизнь изменилась. И она много всего наговорила. А потом она вытащила рентгеновские снимки и сказала. Вот снимок здорового глаза. Я подумал, к чему это она? Затем она достала второй снимок, сказав, «А это снимок глаза моего сына, сделанный в прошлом месяце». И их 12-летний сын стоял рядом с ними. На этом снимке в области глаза было что-то черное. Я спросил, что это? И она произнесла какое-то очень длинное название редкого заболевания поражающего зрительный нерв. Из-за него больной слепнет очень быстро и навсегда. Это крайне редкая болезнь. Женщина сказала, «У моего сына была эта болезнь. Мы с мужем взывали к Богу. Мы постились и молились всей нашей церковью, которой служим старшими пасторами. Вся церковь постилась за нашего сына, но ничего не помогло. Ему становилось все хуже и хуже. Мой муж начал читать вашу книгу «Непоколебимый дух». Однажды он оторвался от чтения и сказал, «Мы все делали неправильно. Мы просили Бога дать нам то, что уже дано. Мы должны были перестать просить Бога исцелить нашего сына. Мы должны провозглашать исцеление для его глаза во имя Иисуса». И тогда они стали молиться совершенно по-новому. Она сказала, «Сегодня у нас было плановое посещение лечащего врача. Согласно процедуре, мы должны прийти в лабораторию на снимок, потом пойти в кабинет врача, где он проверяет сделанный снимок. Мы сходили на рентген и пошли к врачу. Но врач сказал, что в лаборатории допустили ошибку, что снимок неправильный, и мы должны снова сходить на рентген. Мы вернулись в лабораторию, сделали снимок и снова пришли к врачу. Врач сказал, они снова допустили ошибку. На этот раз я пойду с вами. Врач пошел с нами и лично убедился, как делают снимок. Мы вновь вернулись в кабинет врача. Доктор зашел с побледневшим лицом и сказал, «Ничего не понимаю. Болезнь вашего сына неизлечима, но сейчас его глаз абсолютно здоров». Помню, как два года спустя я снова приехал в их церковь. Ко мне подошла та семья. Тогда парню было уже 14 лет, и он стал намного выше. Они отдали мне те снимки. Исцеление пришло благодаря тому, что они провозглашали Божье Слово и утверждали его в глазах своего сына. Я хочу обратиться к моим дорогим братьям и сестрам в России. Я люблю русский народ. Однажды один русский пастор сказал нам, «Мы вас очень любим. У нас большое сердце и крепкие кулаки». Я всегда смеюсь, вспоминая эти слова. Но я хочу вам сказать, провозглашайте слово, утверждайте завет с Богом в своем доме. Простите, мой ответ получился весьма развернутым. Это был очень хороший ответ. А как, по-вашему, церкви в Америке реагируют на сложившуюся ситуацию? Вы знаете по-разному. В книге пророка Малахи сказано, что Иисус придет в свой храм, как огонь расплавляющий. Малахия делает очень важное заявление. Когда придет очищение, тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Другими словами, пока не придет огонь, Непонятно, кто действительно служит Богу, а кто нет. Поэтому огонь и трудности зачастую демонстрируют, насколько искренне мы уповаем на Бога. Так и есть. Я так рад новым возможностям, которые открылись для нас. Я вижу много прекрасных возможностей, но я с удивлением наблюдаю, как некоторые отступают в страхе. Джон, это же возможность. Что бы сделал Иисус? И Иисус бы двигался вперед. Сейчас Он двигался бы вперед. Я радуюсь не коронавирусу, конечно, и не тому, что люди теряют работу, но я радуюсь возможностям для Евангелия. Некоторые люди боятся. Когда соглядатые побывали в земле обетованной, кто-то из них увидел там великанов, а кто-то — землю, в которой плоды. Я вижу плоды. И думаю, что это время для нас это наше время. Знаете, освещение на нашем доме включается автоматически, когда заходит солнце. При этом на улице еще достаточно светло. Поэтому, выйдя из дома, я практически не вижу этого освещения. Но когда темнеет, фонари начинают гореть очень ярко. Сейчас наш свет сияет очень ярко посреди всего этого страха. Я так рад этому. Не страху, не ситуации, но тому, что перед нами открываются невероятные возможности. Возможности ⁇ это ключевое слово. Многие говорят, что это признаки последнего времени. Как вы можете это прокомментировать? Я постараюсь очень корректно ответить на ваш вопрос. Кто-то говорит, что это очень похоже на одну из чаш гнева из книги Откровения. Лично я так не считаю. Я Мне тоже. Мне кажется, это предродовые муки. Когда наши жены рожали сыновей, мы понимали, что происходит. Схватки были сначала каждые 15 минут, Потом каждый десять, потом пять, потом три, и знамения, о которых говорит Иисус моры, глады, землетрясения все это предродовые муки. Схватки будут все чаще и чаще. Я полагаю, что мы оказались посреди этого предродового процесса. Но размышляя об этом прошлой ночью, я не мог уснуть, потому что только прилетел из другого часового пояса. Я постоянно думал о словах Иисуса. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И тогда придет конец. Пока это не произойдет, мы с вами и все наши друзья будем очень заняты, исполняя волю Отца, распространяя Евангелие, используя данные нам Богом инструменты, силой Бога, и будем делать это с радостью. Мы не будем прятаться в страхе. Мы не будем запасаться консервами, я не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. В Америке сейчас больше боятся экономического спада, чем вируса. Но мы живем по экономическим законам, которые не подвластны всем этим факторам. Если мы верно отдаем, жертвуем и остаемся в вере, мне очень нравится, что написано в 1 Иоанна 5 главе, что наша вера побеждает мир. В греческом тексте сказано, что вера буквально доминирует над системой. Даже если экономическая система имеет изъяны, мы можем подняться и возвыситься над ней. Мы просто будем проноситься над всем этим. Бог поможет нам, и Его Слово истинно. Знаете, я никогда этого не замечал, и так рад, что вы указали на это, потому что система говорит намного больше того, что мы понимаем. Это выше нашего понимания. Извините, я еще осмысливаю ваши слова. Это очень сильное откровение. Джон, ваши читатели относятся к вам с большим уважением. Ваши книги очень популярны в нашей стране. Вы были здесь несколько раз. Вас здесь очень любят. Мне надо приехать к вам в церковь. Я хочу, чтобы вы приехали. Вы, вы уже сказали много замечательных слов. Но если бы у вас была возможность обратиться к тем, кто вас смотрит, с напутственным словом, то что бы вы порекомендовали сейчас, когда есть большой соблазн поддаться панике, что бы вы посоветовали сейчас? Верить. Очень я хорошо. Я знаю, это звучит очень просто. Если у меня есть еще пара минут, я бы хотел объяснить. Да, конечно. Когда я только уверовал, мне был примерно 21 год. Вы знаете, как крепко спят люди в этом возрасте? Я мог бы проспать и Третью мировую, если бы она разразилась. Но я проснулся глубокой ночью, в холодном поту. Я вскочил с постели, и с моих уст вырвалось громкое «Я ищу того, кто поверит». Я посмотрел на часы. Было 4 часа утра. Я понял, что весь в поту и подумал, «Я, наверное, только что встретился с Богом». И первой моей мыслью было, «Господь, спасибо, что ты говоришь со мной, но, пожалуйста, объясни, что это значит». Все знают, что ты ищешь того, кто поверит. Потом я заснул. На следующее утро эти слова продолжали звучать во мне. Я ищу того, кто поверит. Я ищу того, кто поверит. Позднее я внезапно остановился прямо посреди парковки и подумал, а ведь и так все ясно. И я стал размышлять о том, кто больше всего в Евангелиях огорчал Иисуса. Не о тех, кто злил Его, как, например, фарисея, но кто огорчал Иисуса. Те, кто не верил в то, что Он может сделать то, о чем Он говорил. Те, кто поверил. Те, кто поверил. Те, кто верил, что Он сможет сделать то, о чем Он говорил. Я прочитаю Библию снова из перевода New Living Translation. Псалом 90, стих 2, говорит, то есть провозглашает устами, «Господу, прибежище мое и защита моя». Верим ли мы в это? Бог мой, на которого я уповаю. Почему я уповаю на Него? Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен». И что является его истиной, его обетованием? «Я спасу тебя от всякой сети и защищу тебя от смертельной болезни». Щит и ограждение – истина его. Я останусь без защиты, если перестану верить. И тогда я буду уязвим для гибельной язвы, потому что не буду отличаться от всех остальных. Потому что я не поверил в то, что Он обещал мне. Он сказал, что защитит меня. И когда я верю в это, то облачаюсь в броню, которая защищает меня. Далее написано, «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке». Этот вирус прячется во мраке. Люди не знают, что заражены, пока не пройдет 14 дней. Болезнь протекает. Это удивительно. Очень скрытно. Что? Это удивительно. 90-й псалом никогда не был настолько актуальным для меня, как сейчас. Бог говорит, эта язва ходит во мраке. Она скрывается. Человек не понимает, что заражен, пока симптомы не проявятся две недели спустя, когда вирус уже давно находится в нем. Да не будет этого во мне. Потому что Бог сказал, не убоишься, я защищу тебя от всего этого. Вот такое у меня напутственное слово Помолитесь, моим русским пожалуйста, братьям и сестрам. Почту за честь. Отец Небесный, спасибо тебе за великий российский народ. Отец, в этой стране живет такая замечательная семья, огромное число верующих. И, Отец, я возношу на руки молитвы каждого русского брата и сестру и провозглашаю Слово Господне. Ты их щит и ограждение. Защити нас от гибельной язвы, ходящей во мраке. Отец, я провозглашаю, что тела моих русских братьев и сестер принадлежат Тебе. И Ты повелел нам прославлять Бога в наших телах и в духе, которые принадлежат Богу. Поэтому, сатана, я заявляю Тебе, язва под названием коронавирус, я заявляю, тебе не принадлежит никто из этих людей, и ты не пройдешь в их тела. И я повелеваю в согласии с моим братом Риком Реннером, что каждый человек, который слышит меня сейчас, сверхъестественным образом исцелен и здоров. И я проклинаю все болезнетворные бактерии и вирусы, пытающиеся проникнуть в их тела. Мы провозглашаем исцеление во имя Иисуса. Отец, мы также молимся о том, чтобы наши братья и сестры во Христе в России процветали. Отец, Ты сказал, что если мы будем жить в послушании Тебе, то не только все наши нужды будут восполнены, но и согласно книге Левит 26, мы будем иметь все в избытке. Наш урожай будет большим, а не малым. Отец, во имя Иисуса, отдели тех, кто истинно верует в Иисуса, и тех, кто не верует. И пусть будет явлено знамение того, как Господь Иисус любит российский народ. Пусть многие придут в Царство Божье в результате этой атаки врага. Мы просим об этом во имя Иисуса и воздаем тебе всю хвалу. Также мы просим, чтобы эта церковь и это телевизионное служение были еще более эффективными, еще более эффективными в достижении россиян. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, Джон. Для меня это большая честь. Я люблю вас, Джон. Я люблю вас, Рик. Мы братья. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также если вам понравится видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Желаю всем обильных Божьих благословений.